Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Мотивації дуже важливі у нашому житті. Вони допомагають нам досягати мети за будь-яких обставин. І допоможе нам розібратися у тому, як же себе замотивувати. Тетяна Сухорученко, психологиня. Дуже раді вас бачити, пані Тетяно. Отож, мотивація. Мотивація у житті – це все. От кажуть, є ви замотивована людина, все. Ви все зробите, у вас все вийде. І все буде добре. І ви, не зважаючи ні на що, досягнете своєї мети. Да. Так от, якою повинна бути мотивація, як її здобути і як знайти в собі, аби вона працювала? Ну, у нас мотивация как бы такое большое слово, большое понятие, но стоит понимать, что мотивация – это всегда внутреннее побуждение человека, интерес, который рождает определенное желание. И здесь вопрос стоит, почему человек, например, преследуя определенную цель, мотивирован по факту, но он ее не достигает и не делает ничего к этому. И здесь все-таки, наверное, нужно копаться глубже, потому что не надо людей мотивировать по факту, вообще не надо мотивировать. Нужно понимать, почему человек в той или иной ситуации, у него нет энергии для того, чтобы реализовывать цель. То есть нужно начинать с энергии. То есть, когда нет у человека энергии, нет и мотивации. И мы потом начинаем пытаться там, детей мотивировать на что-то, да, там, либо там, взрослых мотивировать там, на что-то. Но у него нет источника энергии для того, чтобы, знаете, как разгореться, да, зажечь себя. А что ж тоді? А где же та энергия? Чему она была, чи її взагалі не было? Нет, она есть у каждого человека. Она абсолютно, это естественный процесс, это законы физики. Она есть, пока мы живы, есть энергия. Но для того, чтобы она была, нам нужно ее откуда-то черпать. Откуда мы ее черпаем? Элементарные вещи, о которых мы почему-то иногда забываем. Это наше пробуждение. Все начинается с нашего пробуждения. Вот как мы только проснулись, все, мы отдохнули. Организм весь вот такой вот, он пылает, он ждет нашей подзарядки. Какая подзарядка может быть? Элементарно поблагодарить за то, что мы открыли глаза. Сказать: класс, я слышу, я вижу, это ж прикольно, это ж хорошо, это ж вообще, я живой, у меня семья рядом, либо там ты один, там, у меня собака рядом, без разницы. То есть за мелочи. С этого начинается процесс запуска энергии. А ось, пані Тетяно, я трошки вас переб'ю, тому що хочеться запитати одразу. Не всі люди прокидаються отак от з радістю і щастям, тому що щось сталося, можливо, в сні людина десь перебуває у приємних відчуттях, а коли прокидається, у неї все втрачається, і вона думає: ой, знову на роботу, знову ці справи, знову там щось сталося, так було добре, поки я спав, відпочивав, і тут знову все це навалилося, і треба вирішувати усі проблеми. Тобто, я думаю, ця ситуація знайома багатьом людям, коли вони прокидаються і розуміють, що о, тепер треба все вирішувати. Так от, де ж тоді той стимул, який допоможе нам прокидатися добре? Ну, от смотрите, люди часто ми в потокі якихось там преград, складності, ми настільки це все драматизуємо порой, що просто-напросто у нас нет сил просипатися, ми не хочемо, ми ждемо вже п'ятниці. На самом деле, це дуже страшно. Просыпаясь в понедельник, ждать уже пятницу. Мы ускоряем процесс своей жизни. Зачем? То есть мы же ждем, это привычка. Привычка выработана человеком, потому что ему там понятно, в каком он состоянии находится. Он знает, что будет, если он проснется с таким настроением. Он может приложить какую-то ответственность, когда ему плохо, на кого-то. А привычка, которая учит взращивать себя, именно доставать этот источник энергии, также она идет маленькими шажками. То есть человек должен себя приучать. Приучать. Сначала это будет фальшиво казаться. Но ты утром встаешь, тебе не хочется радоваться. А ты себе говоришь: вот, класс, настроение хорошее, спасибо тебе за все. А ты вопреки всему это делай. Вопреки всему. Вот будь, вот начни с чего-то. Будьте счастливыми. Да, будьте счастливыми сейчас. Хочете, будьте, и вы будете счастливыми. Правда? Да. И это работает? Работает 100%, но только не сразу. У каждого есть свой временной период, потому что каждый человек индивидуален. Одному нужно, например, неделя-две, другому нужно год-пять, третьему 10 лет надо, чтобы к этому прийти. То есть здесь все индивидуально, но останавливаться не стоит, потому что сами, вот поймите, жизнь короткая, да, и мы большую часть жизни проводим, знаете, в каком-то мазохизме, и себя угнетая, съедая, там, критикуя себя, такого тирана включая, что вот все плохо. Хотя на самом деле просто нужно посмотреть на свои сложности в жизни, неудачи, как на ресурс.
Что угу. тебе дает? Потому что именно вот эта проблема, которая стоит перед нами, она дает нам возможность раскрыть свой потенциал. То есть в ней есть ресурс огромный для человека, где человек развивается. Кризис угу. – это что у нас такое с греческого? Развитие. Ну, бачите, як. Знали б ми, що це розвиток. Інакше ставилися б до себе, до свого життя і до тих проблем, які на нас навалилися. Це так здається. А знаєте, часто от, хочеться слов'янам, от взагалі нам і українцям, хочеться якось дати чогось такого особливого. Можливо, нехай та маска буде, яка змусить нас посміхатися. Бо ми в своїй масі ми ходимо і накидаємо іншу маску, яка не відповідає здоров'ю, не відповідає гарному настрою, не відповідає нічому такому, що вирізняло би нас з-поміж інших людей. Так? Uh-huh. А коли людина щаслива, одразу кидається в очі. Переважно всі такі сіренькі, непосміхнені, uh-huh. дуже похмурі, і отакими ми і ходимо. Uh-huh. І ця маска потім переростає вже в звичку, і ми не можемо інакше. Нам здається, що ми не справжні, коли ми щось на себе накидаємо. А от як тоді бути? Чи можна сказати, що це щиро, та посмішка зранку, яку ви на себе натягнули? Начинається, я ж говорю, все починається з мелочей. Ваш внутрішній мир відображає вашу внешню жизнь. І якщо ви в внешній житті замічаєте огромне кількість людей, які перебувають в плохому настроєнні, які вокруг вас окружають, вам кажется, що все плохо. Це ваша душа, це ваш внутрішній мир. Значить, вам дзвоночок, прийшов момент, что нужно поработать с собой. А что у меня с моим? Что с моими мыслями происходит? Задайте себе вопрос, о чем вы думаете чаще всего? Заведите две коробочки, проэкспериментируйте. Вот у меня был марафон такой, две коробочки. Угу. Одна с негативными мыслями, другая с позитивными мыслями. Ну да, такими с ресурсными мыслями. И количество коробочек вот с такими, где тревога, страхи, она была больше. Угу. А эта коробочка положительная, да, где мысли были, она была меньше. Но мы потом что делали? Те мысли, которые нас тревожили, к примеру, мы потом их превращали в позитивное направление. Что тебе дает эта тревога? Как можно с ней работать? Угу. Почему она появилась? Что ты можешь сделать с этим? То есть здесь игра. Если мы свою жизнь не будем превращать в игру, вот такое путешествие, Вот наша жизнь – это путешествие, человеку нужно понять, это мир путешествия, это увлекательно, это классно, и у каждого своя жизнь, она крутая. Начинаем с мыслей, потом идем в чувства, как я себя чувствую, честно сказать, да, есть такое, почему я себя так чувствую, что в моей голове, почему я об этом думаю, а что есть такого интересного, что я могу познать в себе, потому что мы очень часто смотрим чужой огород. І тому ми самі саморозрушаємося. Угу. А люди досягли, а люди зробили, так? Да, да, да. А чому я не можу, не вже гірше? І так далі. І ще з утра дуже часто люди хватаються за телефони, які гаджети, да? Це ж теж енергія. І іменно в цих гаджетах попадається та інформація, яка не удовлетворяє їхнім желанням. Тобто, наприклад, вони розвиваються, к примеру, там, якоїсь професії, и им тут попадается, что их подруга там, или знакомые, друзья достигли же результатов. И человек начинает никнуть. Вот поэтому нужно для себя запомнить, утро – это созданное для человека. И утро дает энергию. И если вы утром, вот до того момента, пока вы не выходите из дома, не будете брать телефоны и будете посвящать себе, мыслям, зарядке, духовной части, кто в медитациях, кто молится, водичке, созерцанию природы, вы себе даете мощный источник энергии, который вас будет в течение дня оберегать, что бы ни случилось. И здесь будет мотивация, потому что будет от чего отталкиваться. То есть человек... будет, у него будут силы, у него mm-hmm. будет рождение от чего-то. А когда мы встаем, когда мы вот кислые, от какая мотивация? Как можно замотивировать человека, который просто, он приходит на работу, он никакой. Чем его замотивировать? Ничем. Mm-hmm. Ну, так само це стосується, до речі, і школярів, які взагалі не хочуть йти до школи, яким вже не хочеться. Здесь вже вообще интересно. Здесь дети, нужно начинать не с детей, а с родителей. Угу. Пусть родители обратят внимание на тот образ жизни, который они ведут, и как они просыпаются. Потому что дети, они копирка.
Если они увидят своих родителей счастливыми, что родители просыпаются утром, класс, делают зарядку, там, бегают, там, обнимаются, это утро для них без телефонов, да, то ребенок будет повторять это все. И для ребенка это в его память, его бессознательной части отобразится, как это класс, это утро, это ж круто. Угу. Утром надо просыпаться, утро – это жизнь. И чем раньше ты встанешь, тем и, значит, и как они на работу отправляются. Также ребенок будет отправляться в школу. Угу. Ну, якщо батьки постійно запізнюються, якщо біжать, спішать, вибігають з квартири, там забувають речі, да, то дитина може взяти до уваги якраз таку модель поведінки мами, там чи тата, наприклад, так? Ну, звісно, он все считывает з нас. Ми думаємо, що ми их обучаем, они, нет, они невербально, вот нужно обращать внимание, они неосознанно смотрят на нас. Посмотрите, как вы общаетесь с друзьями, с подругами, со всеми, там, с коллегами. Ребенок считывает эту модель поведения и несет свою жизнь. А якщо в якийсь момент, особливо тоді, коли у підлітків все відкидається, mm-hmm, їм не подобається, як батьки себе поводять, от стався такий момент, коли вони хочуть, ну, зовсім бути не схожими на батьків, і вони починають проводити свою таку модель, і вони її забирають, вони починають працювати mm-hmm саме так, аби от не зробити не так, як у батьків. Ну, це круто. Якщо діти ваші так рішили, то вы, это нужно, не знаю, вселенной поблагодарить, помолиться, что ребенок индивидуальный, что ребенок решил что-то новое исследовать. И это отлично. То, что он отличается от нас, это отлично. Он и так должен отличаться от нас. И в жизни он будет отстаивать свои права. И в жизни он будет добиваться результатов, такой ребенок. Потому что ему, у него уже будет формироваться, что я не должен делать, как мама и папа. Я личность, я индивидуальность, я хочу сделать так, но получу я свою ошибку. Ну хорошо, это будет мой урок, моя ошибка. Но он хочет попробовать, не мешать. Родителям задача не мешать. Угу. Любить. Наша задача как родители – любить детей. Это вот-вот вся мотивация, которая… И показывать пример не правилами, которыми мы устанавливаем, а своим образом жизни, как мы встаем. Если ребенок не хочет идти в школу, обращайте внимание на себя. Как mm-hmm вы хотите идти на работу? Как вы вообще хотите вставать утром? Как вы вообще живете? Если ребенок не хочет учиться, обратите внимание на себя. А что у вас происходит? Если ребенок сидит в гаджетах, обратите внимание на себя. Потому что мы говорим, мы взрослые, мы можем. А ребенку непонятно. Подожди, мама сидит там в телефоне днем и ночью. А почему мне запрещают? А можливо, мама працює в телефон. То знову ж таки, може в неї така робота, може їй треба там... Значит, мамі надо объяснять ребенку. Хотя бы выделять 15 минут в день контакта близкого. Любой ребенок променяет гаджеты на общение с родителями. Любой. Но этот контакт нужно настроить. Потому что мы сначала его разрушаем, а потом пытаемся, а ты нас не слышишь. Ну, конечно, он не будет слышать, потому что нет этого контакта. До речі, коли втрачається контакт, дуже важливо зрозуміти, коли ж саме це сталося. Бо, можливо, повернути назад буде важко. І багатьом батькам так і не вдалося об'єднатися з дітьми, тому що ну, втратили. Втратили, немає авторитету. І це найгірше, мабуть, коли батьки вже не з дітьми. Ну, звісно, батьки переживають, як це так, вони не являються, їхнє слово ніякої сили не має. И что ребенок вот сопротивляется всему, что происходит. Поэтому здесь родителям нужно жить, проживать жизнь, играючи вместе с детьми. И понимать их мысли, спрашивать у них, чего они хотят, а почему они думают по-другому. А как вообще, что в их чувствах происходит? Как они думают, как они хотят дать возможность ошибаться? Mm-hmm. Не оберегать, не говорить, что надо учиться на пятерке там одни. Это все ерунда, это все. Это никакого вообще не имеет отношения к мотивации. Никакого. А як мотивувати? От як мотивувати себе? Ну, ми вже так трошки почали говорити про те, що мотивація починається з пробудження, так? З прокидання, з початку дня. От прийшов той час, коли ми прокинулися, ми наче вже собі таку установку зробили, ми будемо прокидатися з позитивом. Далі. Чи можемо ми замотивувати дитину? І як правильно це зробити? Чи є якісь, там, не знаю, правила, за якими потрібно собі навіть записати, занотувати? От ви казали, там дві шкатулочки собі завести, в одну писати погані, наприклад, думки, в одну
добрі думки, так, і потім трансформувати погані в добрі. Може, ще якісь є такі практичні поради, якими можуть скористатися люди для досягнення своєї мети позитивної? Ну, здесь вот самое, я же говорю, самое, вот это обратное, такой индивидуальный подход у каждого родителя к своему ребенку. Я же говорю, все зависит еще от ребенка, от его личности, от его опыта, от его жизни, от того, какие родители, от восприятия мира, какой у него мир, как он воспринимает, от его мировоззрения. То есть это все нужно все учитывать. Но я же говорю, даже, знаете, правил основных не надо знать. Просто нужно любить своего ребенка в том образе, в котором он есть. И не подгонять под себя, чтобы он был послушным. Ребенок непослушный – это нормальный ребенок. Это нужно родителям всем понять. Это неплохой ребенок, это хороший ребенок. Ну, може, він щось робить не те, що взагалі в принципах батьків. Може, він робить щось, ну, те, що батьки собі не дозволяють. І йому би не дозволяли, звичайно, чому ж вони тоді сердяться. Так тоді це не те, що хотілося б мати. Ну, тоді батькам треба собі чесно відповідати, чому вони так реагують. Якщо людина остро реагує на якусь проблему, значить, щось є в ньому, що його, ну, що його задіває. Ой, пані Тетяно, вам зараз батьки відповіли б. Я впевнена, ви сказали, що тут може бути. Я виховувався не так. І взагалі я не такий. Що з цією дитиною, хто знає? Ну, і ще потрібно учитувати те, що дітям зараз, от нашим дітям зараз дуже складніше з тим, що їм дуже великий доступ інформаційного поля. И причем, если, например, я воспитывался, у меня практически этого ничего не было, и для меня была улица самая, для меня самая лучшая мотивация. Не успела проснуться, мне главное с дома убежать было. В школу, куда угодно, на спортивную секцию, только не дома. Они сейчас привязаны к этим информационным носителям, мультикам, аниме и все остальное. Но почему они привязаны? Потому что у родителей не хватает времени на них, как нам кажется. Время есть всегда. Не хватает времени, мы сами себе придумываем. 15 минут в день, я же говорю уже, хотя бы выделите, глаза в глаза, без телефонов, отключить, я просто думаю, дитина поговорить. Не дуже буде рада. Вона буде чи мама, чи маму, чи тату просити або чекати, коли ці 15 хвилин завершаться. Ні, це можливо, це якщо на початку. Ну, к этому надо, ні, якщо вже к этому привели, то к этому надо приготовиться, що, возможно, это будет очень тяжело. Возможно, минута дві всего лишь сможете так пообщаться з глазу на глаз, и ребенок, а потом он будет вас ждать. Ну, это опыт, это жизненный опыт. Он будет ждать вашего общения. Потому что для того, чтобы привлечь себе, нужно, извините меня, ту привычку, которую мы же создали, мы же позволили. Мы же пришли домой. Нам нужно приготовить поесть. Как отвлечь ребенка? На тебе, мультик смотри. На тебе. Ну, только не мешайся. То есть мы создали сами эту ситуацию, и, конечно же, когда мы выходим из нее, она, ну, некомфортная. Ни для дитини, ни для батьки. Конечно, так. Потому что мы привыкли жить в этом состоянии, потому что нам было так удобно. Но это процесс. Родителям нужно понять, что дети – это не сложно. Нам всем нужно понять, что это не тяжело, что ребенок каждый индивидуальный. Нету плохих, хороших детей. Но нельзя разделять детей на плохих, хороших. Просто у детей есть какие-то свои, тоже нужно учитывать, их интересы, которые не совпадать могут с родителями, и это нормально. Мы же часто пытаемся реализовать за счет детей свои какие-то задачи. Ну вот я где-то чего-то не добился, я хочу, чтобы ребенок добился. А вы спросите у него, чего он хочет. Обратите внимание, чем он занимается, какая у него моторика, на что он обращает внимание, что ему больше всего нравится. Возможно, ему нравится абсолютно другое, чем вы. Але вам треба так підлаштуватись під дитину, щоб хоча б трошки побути з ним в його особистих зацікавленнях, не в ваших, а в його. Дело в том, что мы еще в этот момент, когда мы общаемся с ребенком, мы сами в свое детство как бы окунаемся, мы свою детскую часть затрагиваем. Мы как бы у себя спрашиваем, а что, как? Ну, от я думаю, що так, якщо ми будемо ставитись до будь-яких задач, пов'язаних з вихованням, з мотивацією, взагалі з життєвими труднощами, які є на нашому шляху, а їх достатньо, то з любов'ю, з тим, що ми будемо розуміти, що кожна дитина має право
на те, що їй подобається, так? Да. В своєму житті. Да. І лише так, розуміючи, поважаючи її інтереси, її вибір, і, звичайно ж, щоб цей вибір і вам теж був до вподоби, то взагалі було б просто ідеально. Да, он будет совпадать, если родители начнут взаимодействовать. Мы будем подстраивать, мы просто будем чувствовать своего ребенка, ребенок будет чувствовать, мы будем такие, знаете, как взаимодополнение будет. Ну, до цього будемо намагатися йти, йти треба спочатку маленькими кроками, а потім більшими, але йти, тільки так. Ось Тетяна Сухорученко, психологиня, сьогодні нам розповіла, що ж потрібно для того, щоб замотивувати дитину, замотивувати вас самих, і щоб справді усі наші проблеми нам здавалися просто мізерними. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Да, це спасибо. Була програма «Фреш». Ми ще з вами зустрінемось і за декілька хвилин не перемикайтесь.